Весь день мы по Питеру бегали, не спали, совсем не обедали. Конечно, нам суточных не дали, ведь химик не спит и не ест. Услышав в гостинице стоимость, мы как-то не очень расстроились и спать потихоньку устроились вблизи исторических мест. Кто в зимнем дворце на ступенечке, кто в летнем саду на скамеечке. Один на вокзале у стеночки, другой у Петра под конем. Кто возле Авроры на катере, а кто в туалете на кафеле. Один притаился в кунсткамере, и трое над вечным огнем. За завтраком съели по бубличку, в обед калорийную булочку, а трое, собрав по курочку, курили московский дымок. Один, подгоняемый голодом, бежал за откормленным голубем. Когда оказался за городом, никак отдышаться не мог. А завтра у нас конференция и очень серьезная лекция. Прости нас, товарищ дирекция, за этот печальный сюжет. Народ голодает неделями, здоровье и силы потеряны, но мы почему-то уверены, что нам увеличат бюджет.